вчера приобрел такую игрушку. МД-4030. Такой у него экран симпатичный. Такой маленький, такой легкий, вообще ни о чем. Нижняя — это громкость, справа включать, выключать, и слева регулятор алюминий металл. Прикольная штука, взял вообще за копейки, за 2 рубля всего лишь. 4 года назад парнишка взял такой же за 3,5. То есть считаю, мне повезло вообще. Крепление простое. Снизу болтик крепится, подлокотник. Также снизу закрепляется сама голова вот эта. И третий болтик вот здесь. Сама штанга скрепляется посередине вот этими двумя пластмассками наподобие анкера. Накручивается на резьбу, регулируется длина, какая вам удобна. Штекер подсоединяется. И вот, в принципе, и все. Вот нож. Вот такая штучка. Вот это. Да, золото, бриллианты ищешь. Благо, этот аппарат не особо любит, поэтому я на всякий случай надел сверху пакетики. Замотала резинкой. Что-то есть. Но... лопату сломали. Лопату. Сломали. На лопату тоже резинка. Что-то лежит, а что не знаю. Раскопать не можем. Все замерзло. Надо лом. Весной. Ну, по крайней мере, тест прошел. Все работает.